Всем привет! Меня зовут Лена. Добро пожаловать на мой канал. Как мед. Там есть окошечко одноразовое, пока не будем. Ну да. Это ты уже будешь, когда работать откроешь. Очень воняет латексом. Да нет. Ну, кстати, нет, не очень, правда. Нормально. Розу мерила до этого? Нормально тоже? Да. А ты просто, чтобы побольше, да? Чтобы было? Да, немножко. Ну, как бы они идут прям хорошо в расход. Это же такая вещь ходовая. Когда ее нету, и можно делать только нитрилованную. Угу. Аппарат будем открывать? Да, а как же? Машинку взяла, закидала. А я закидал, да? Сегодня опять были в Дикси. Вот такой взяли йогурт 400 грамм. Взяли персик маракуйя. Такой немножко жидковатый. Был еще с черникой. 40 рублей. Чуть руле захотелось. Там не было выбора. Взяли вот такой ихний первым делом. Клубничный. 35 рублей. Чудо гавайский микс. Вот такой беру частенько, очень нравится. Апельсин взяли один, потому что выбора там вообще не было. Но вот он вышел на 17 рублей. Вот такие груши взяли. Форель. Вышли они на 35 рублей 80 копеек. Вот три штуки. Молоко 45 рублей. И яблоко захотелось. Взяли прям буквально две штуки. Тоже выбирать не из чего было. Красные они называются. Яблоки красные.
119 рублей за килограмм. И еще на кассе взяли, ну тут, конечно, уже тут ее раскрыли, но она случайно раскрылась. Чернослив испанский, что ли, в глазури. Да, чернослив испанский в глазури. Тут уже его поели. За 60 рублей вообще классные конфеты. Открою йогурт, может, тогда вам покажу, что себе представляют. Не удержалась, я все-таки открыла йогурт. Такой жидковатый. Видно даже. Опять же, вот а внизу у нас тут фрукты. Вот как до них достать? Не знаю, что их перемешивать. Ну, такой и не сладенький, что-то, может, похоже на греческий йогурт, вот если вы ели. И вроде какая-то более сладость имеется, чем у греческого йогурта. Такой он интересный. Решила, значит, испечь торт песочный. Вот такая смесь покупала еще в Ашане. Вот таким вот кремом. Тоже из Ашана. Даже в каком-то, кстати, видео есть у меня в закупке. И вот такая форма тоже покупала в Ашане. Тут три штуки по 800 миллилитров. Такая форма. Я думаю, она как раз мне подойдет. Посмотрим. Буду делать вот в таком тазике, который в Ашане искала. Но потом сама заказала через сайт. Цвет пришел, какой пришел. Отлично. Он в реале, кстати, намного ярче. Такой более коралловый такой прям. Такие мне коржи получились. Крем, конечно, какой-то там какао пахнет. Светло-светло-коричневый. Вот что у меня получилось. Вот этой смеси буквально, да, хватило вот на два коржа. И крема вот тютельку-тютельку прям хватило. Но крем, кстати, вы можете приготовить сами. И знаете, это наподобие молоко, какао, сахар и сливочное масло на газу растапливается. Вот это вот такой же вкус и получается у крема, что было и в пакете. У меня оказались дома грецкие орехи только. Думала, чем украсить. Украсила ими. И сахарная пудра. Да, не шедевр. Сейчас разрежу, посмотрю, что у меня вообще получилось. Будем резать. Да, может, конечно, ванильный был бы. Прикольный крем использовать. Ну, вот так у меня получилось. Всем привет! Сегодня у нас опять покупки с Ашана. Вот такой торт. Мишель фирма. Берем первый раз. Называется Ромео и Джульетта. Пломбир в шоколаде. Нежный, неповторимый пломбирно-сливочный крем. Со вкусом любимого пломбира. Шоколадным бисквитом. Долго выбирали, какой взять, потому что Мишель мы вообще ни разу не пробовали. В основном берем торты Мирель. Но этот раз что-то не было. Одна только фирма Мишель была. Но, скорее всего, их привезли только, поэтому их столько много там было. Всяких разных. Так он выглядит. 285 рублей. Потом взяли минералку, липецкий бювет, полторашку, 36,89. По списку, значит, у меня Липтон идет, облепиха, 108 рублей 10 копеек. Мне не понравилось, честно. Взять, ну, с малиной вкусной. Там, кстати, еще была какая-то новинка, то ли с японским чаем, что-то из этого. Тоже такая где-то 108 рублей была. Потом, значит, сорти взяли. Жидкое средство для посуды. Бальзам с витамином Е. Также было там что-то с лимоном. Тут где-то получается литр должен быть. Ну, 900 грамм. 59,90. Мандарины весовые. Такие мандарины. Что-то мне так они понравились. Или так, что-то мандаринчиков прям захотелось. Цена. Килограмм на 70 рублей. Тут вышло на 50-54. Крекер взяли классические. Вообще легкие-легкие. И в такой мешочек у нас вышло, представляете, на, ну, 19 рублей. Они прям легкие вообще. Мне кажется, они как к семечке пойдут. Потом грейпфрут белый взяли. Такой здоровый. Не помню последний раз, когда вообще ела грейпфрут белый. А может, вообще не ела. Печенье Мария взяли опять же. Вот такой большой пакет на 27 рублей всего лишь вышло. Они легенькие тоже. И недорогие. Не знаю, нам очень нравится. Черный чай. Лимон. По акции. Тут, значит, 25 пакетиков. Мне очень нравится такой чай. Он, кстати, такой насыщенный прям, крепенький. 69,90. Когда в наших магазинах вот такой чай уже по 90 рублей идет. Поэтому взяла сразу две пачки. Пусть будет. Ну, так как в Рязань ездили, естественно, Лёлику привезли. Говядина, картошка и морковь в подливе. 29,89. Кстати, ценник был 27, я помню, это прекрасно, с копейками там. Так что ценник они не успели поменять. Ну, ладно. А еще взяла по акции вот такой полезный завтрак. Фрукты, злаки.
хранить в холодильнике. Персик, манго, яблоко. Цена его по акции 44,90. Там были также и другие вкусы. Поможет вам быстро, легко и вкусно перекусить. Заряжает энергией и бодростью с самого утра. Содержит природно калий, магний и пищевые волокна. Мне кажется, должен быть вкусненький. Тряхнуть перед употреблением. Состав: фруктовое пюре. Давай состав посмотрим. Яблочное, персиковое пюре, манго, вода, сахар, хлопья, овсяный, крахмал, кукуруза, регулятор кислотности, лимонная кислота, бла-бла-бла. Продукт питьевой из яблок, персиков и манго с овсяным хлопьем. Для детского питания. Коктейль. Упс. Я себе взяла. А мне кажется, это Регина, что ли, Тодоренко его рекламирует. Не такой случайно. Ну и ладно. И еще мне понравился вот такой набор. Кружка идет в подарок. Благородный индийский чай. Значит, тут 100 пакетов. Принцесса Нури. Завтрак Бенгалии. Индийский премиум. Так, кружечка. Стоит такой набор, кстати, 179 рублей. Мне кажется, это недорого. Тем более, если 100 пакетов. Даже если брать Липтон, который идет 100 пакетов, коробка стоит 100 рублей. То есть в этом случае кружка у нас получается вообще за 79 рублей. Вот тут, конечно, его вскрывали уже, но в самом Ашане. Так, открывается. Ну, сейчас вытащу из коробки все, дальше вам покажу. Так, кружечка. А так еще тут золото Шри-Ланки. Черный чай в пакетах тоже. И магия бергамота. Ну, это не. Бергамот не мое. Внутри идет эмблемка принцессы Нури. Мне понравилось, такая прикольная. И не маленькая, мне кажется, все-таки. Мне нравятся такие кружки большие. Я когда себе кружку выбирала, я смотрела, что внутри не было никаких там выпуклостей. Новый. Получается, на этом все. Вот такие у нас покупочки. Торт разрежу, покажу. Чай открою, покажу. Это чай в таких вот пакетиках. Очень удобно. Если в дорогу куда едете, прям возьмете этих пакетиков. Все отлично. Тут должно быть 100 пакетов. О, сколько тут много.